Всем привет, ребята, вы на канале Сахалост. И сейчас мы соберем быстренько большие салаты. Мы получили новое, левел 39. И у нас новое прозвище — размоделистый музыкант. Так, сейчас я быстренько еще еду себе поставлю. А то сегодня прокачиваю на острове эфира всех. И что-то всю еду куда-то профукали. Осталось 4 миллиона еды у нас. И то, потому что мы только что собрали ее. Так. И теперь мы почти закончили эти еду. Пойдем на Колизей пить. Так, ой, простите, что тут у нас такое появилось. Сейчас мы закроем эту штучку. Так, попробуем пройти. Как мы вам говорили в предыдущем видео, что будем пробовать пройти. Мы, кстати, видим, уже люди подключаются в наш телеграм-канал. Вы тоже присоединяйтесь. Кто еще не присоединился, в описании под этим видео будет ссылка, да, страничка сама нашего телеграм-канала, куда можно пройти и вступить. Я вместо кангушки взяла лопагу. Это плохо было сделано? Да. Да, я лох. Съел я весь гайл. Если по-другому сказать... У меня крутой маракас есть, который только что сдох. У меня есть лопага 13-го левела. А где так? Пух-пух-пух-пух-пух. Почти как зенит. Она тоже такая синяя. Как будто я нахожусь на футбольном стадионе. Мы прошли, кстати. Смотрим, что у нас ждет в четвертом этапе. Кангушка 17, смычевок 18. Кажется, мы... У нас маракас плюс кангушка пусть будет. Ну, давай по смычевку. Пахнет немножко. Так, еще разок. Посмотрим. Он у нас неплохо подбил, кстати. Ой, я от не то попала. Случайно не на то. Ну все, это я лоханулась, конечно. Простите, пожалуйста. Попробуем еще раз. Случайно промазала, не на ту кнопку нажала. Поэтому попробуем выиграть еще раз этот этап. Но вдруг у нас все-таки получится. Не обращайте внимания. Вот тут маленькую булочку забрать в пультик. Блин, я не убила его, а он меня убил. Это ничего. Что ж в глазах? Бум-бум-бум. Все это правда. Я знаю. Ну все, я прыгаю. В общем, мы поняли, что не смогли пройти только один этап. Будем дальше прокачивать всех. Лопага бесполезная. Ну, короче. А там уже троица или по два? По два пока. А зачем ты берешь лопагу? Я только что с кангушкой проиграла. Надо было смычок. Смычок слабый, надо смычок подкачать. Оп, поставим сначала качать. Маркас тут плюс этот кангушка. Вы были на нашем канале. Вот наш телеграм-канал Сахалос. Сейчас мы его найдем. Ой-ой-ой-ой-ой, как много у меня тут. Оп! Вот наш канал Сахалос. И у нас тут уже два. Всего два подписчика. Вступайте и вы. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады вас всех видеть. Диадама, здрасте, Диадама. Тут не только Диадама, тут еще есть бабочки.
Привет, бабыч. Привет, Диадама. Бабыч. Ждем вас всех в нашем телеграм-канале. Всем пока-пока. Всем пока-пока.